Итак, всем привет, с вами как всегда я Дезертир, и надеюсь вам понравится мое прохождение игры StarCraft. Как вы могли уже догадаться, это первая часть, я конечно же мог поиграть в модифицированную во второй, но первая мне нравится немножечко больше, поэтому будем играть здесь. Поехали! Играть мы будем по эпизодам, первый эпизод у нас Тираны. Начнем мы с пустоши. Ничего не вижу, Джим. Подожди. Я накручу уши механику. Подожди, вижу тебя. Черт, что здесь за дырка? Заткнись. Ну и рожа у тебя. А я им говорю, заходите, девочки. Слышала бы тебя, мамочка. Мусорщик, ты на связи? Что у нас сегодня, Джоуи? 70 тонн железяк наверняка наберется. Не знаю, куда мы все это загрузим. Ю-ху! Сейчас погуляем! Да, работы немало. Похоже, это была солидная посудина. Проклятье, Джим, опять видео пропало. Что там стряслось? Да у нас все в порядке. Если ты завтра не починишь свою шарманку, я тебя в космос не выпущу. Погоди, пошло изображение. Мама, это чертовы протосы, сваливаем отсюда! Адъютант на линии. Добрый вечер, магистр. Я расскажу вам, что происходило. Федеральный трафик внутри системы существенно повысился вследствие недавнего уничтожения протоссом колонии Чао-Сар. Члены конфедерации усилили безопасность на всех отдаленных системах и желательно, чтобы эта колония также была закрыта. Пока вы обедали, для вас было получено зашифрованное сообщение от конфедерации. Повторяю сообщение. Приветствую, магистр. Я генерал сил безопасности конфедерации Альфа-Сквадрон Эдмунд Дюк. Конфедерация закрыла на карантин всю эту планету. Мы попытаемся закрыть ее в течение 48 часов. Вам следует переместить ваших колонистов в отдаленные пустые земли. Я думаю, с этим не возникнет никаких проблем. Сообщение окончено. Я связалась с местным маршалом Джеймсом Рейнером. Рейнер согласился встретить ваших людей по пути и доставить их в пустые земли. Ну что ж, я думаю, пора начинать. Встретим Рейнера и пройдемся по землям пустоши. Вот и наши ребята. Без остановок. Только скажи. Я разберусь. Я не могу поверить, что нас сюда послали. Эта конфедерация позволяет себе что хочет. Да, конфедерация та еще. Привет, парни. Я Рейнер, местный маршал. Ну что ж. Я пошел. Отвлекаем на рабочих. Спасаем пошел, наших пошел. Ребят. Это Джимми. Это Джимми.
Знакомьтесь, это Джимми. Отлично. Хороший трик. Рейнер на связи. Так, пошел. Отводим всех наших ребят. А ты у нас будешь строить. Что ты у нас будешь строить? Не хватает минералов. Понятно. У нас, к сожалению, идет нехватка минералов, но думаю, с этим мы справимся. Так. Построю вот эту. Пока будем продолжать. Это у нас все совсем плохо. Минералов. Ну, минералы у нас указываются вот здесь, естественно, потому что разрешение как бы идет такое. Ну, что сделаешь? Ничего страшного. Так что все будет как есть, но зато вы смотрите в качестве в широком. Вот, и шутка юмора здесь в том, то, что из CV-шки раньше приходилось конкретно каждого ставить на минерал, потому что они не могли нормально добывать, они приходилось все это делать через раз. Так, 150 минералов у нас пока нету, ну да, логично. Ладно, пока иди добывай. Раз построим вашего братца, и он уже, скорее всего, построит нам казармы, из которых мы построим парочку морпехов, собственно, по заданию именно их нам и нужно сделать. Поэтому, я думаю, мы хорошо с этим справимся. Итак, массовик и сивик. Давай, строй нам бараки. Итак, это первая миссия. Я думаю, что пройдет она вполне себе хорошо. Бараки здесь строятся относительно медленно. Ну, хотя как, примерно столько же, сколько строится сейчас в обычной игре. Ну, может, чуть-чуть медленней. Так что разницы особо я не замечаю. Это Джимми. Джимми у нас, как всегда, веселый. Отлично. Можно, конечно, им поразведывать, но я думаю, что я просто построю, как меня просят. Парочку морпехов, и в принципе можно даже карту не разведывать, ничего здесь нету, насколько я помню. На нас никто не нападать не будет, как таковое. Иногда приходит вот отсюда кто-нибудь, но по-моему в первой части никто не приходил. Нам просто нужно будет построить морпехов. И с этим, собственно, все. Продолжаем строительство. Так, так вот не помню, правда, сколько нам нужно подстроить, но я думаю, нам хватит этого количества. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Что-то мешает? Да, прям что-то прям мешает. А ты все же попробуй подстроить здесь что-нибудь. Вдруг получится. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Давай-давай, пристрели. Так, минералы у нас уже почти закончились. В первой части их довольно мало. Не то чтобы прям совсем катастрофично, но не очень-то и много. Поэтому здесь с минералами иногда бывали проблемы, насколько мне не изменяет память, хотя я могу ошибаться, потому что помню это немножечко плохо. Отлично. Там чуть-чуть выше там я чую зергов. Так, работа выполнена. Ну иди добывай минералы. Вот и вся миссия, победа, что я могу сказать.